этот бесконфликтный человек. Знаешь, как отвечает? Может быть. Интересно, я тебе ответил. Петр Викторович. Может быть. Ну-ка, ты говоришь так. Может быть. Итак. Он говорит, не спорит, который человек. Спрашивает его. И что, вы никогда-никогда не спорите? Не, никогда не спорю. А зачем? Так же невозможно никогда не спорить. А он говорит, может быть, и так.